Один из ведущих тренеров мира по карате провел мастер-класс для спортсменов. В Саратове с визитом побывал Антонио Олива-Себа, международный тренер, который подготовил не одного чемпиона мира и Европы. На один день стал учителем для 70 каратистов, которые приехали в Саратов из всех регионов страны. В ходе всероссийского семинара Антонио Олива-Себа уделил внимание каждому спортсмену, продемонстрировав свои коронные приемы. И даже языковой барьер не стал преградой к пониманию между любителями карате. По словам представителей саратовского спорта, визит именитого гостя для них – дополнительный стимул и незаменимые знания. Поскольку Россия в плане подготовки чемпионов по карате пока отстает от стран Европы. Мы как бы не было, все равно 20 лет опаздываем, чем Европа, мир. Дело в том, что они еще когда 20 лет назад начали заниматься. У нас это все было запрещено, поэтому и этот человек, он совершенствует.